Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Dayland. А это такой у нас мир, такой вот мальчик, который ходит и добывает ресурсы. У нас 12 камушков, у нас здесь есть костер. А ну-ка, это у нас выросло? Нет, еще пока не выросло. А морковка тоже пока не выросла. Улучшить нам нужна веревка и дерево. А дерева у нас очень мало. Но у нас есть... мы можем посадить дерево. А нет, мы не можем посадить дерево. Мы можем посадить такую штучку здесь. Это у нас ежевика. Все хорошо. Мы его посадили, оно пусть растет, деревце. А вот у нас деревня. Вот у нас большое дерево. Собрать 2 минутки. Мы будем ждать, когда с них получится что-нибудь интересное. То бишь мы семена ждем. Ну а пока можем добыть камушки. Я вот эти вот маленькие буду ломать, потому что они... Нет, здесь место занимает. Здесь я посажу побольше деревьев. Вообще нужно деревьев побольше посадить. Максимально много, чтобы было. Пока будем добывать камень. Отлично. Это вот что за растение такое, не знаю еще пока. А вот дерево, смотри, растет. Тоже у него ничего нету. Мне нужны семена, но семян на деревьев, на дерево нет. А сюда мы можем... А, нет, улучшить. А почему я не могу ничего сюда посадить? Ну, ничего страшного. Эта канитель у нас растет. 45 секунд. Угу. Подождем. Добудем пока камень. Ну, будем камень добывать, а что делать? Камень тоже нужен. У нас пока 20 камней. Сколько сейчас? 21. А, кушать хочешь? Что, бедолажка? Сейчас, подожди, у него же еще тратится энергия, когда он работает, тратится энергия. И он хочет кушать. Чем же мне тебя накормить, дружище? Сейчас походим, посмотрим, где-то здесь у меня... вот, ежевика растет. Сейчас мы соберем ежевику. Ура, ко мне нашлась руда. Хорошо. Вот, трясти. И собрать. Ежевика. Ежевику тоже надо посадить побольше. Это что за еще за чувак непонятный? Ладно. А не садишься или что? Ты просто так стоишь. Давай поспим. Может быть, поспим? Угу. Спать. Ну, сейчас поспим и наберемся сил. Ну, хотя кушать он хочет, бедолашка. Ага, хочешь кушать... Дорогой друг, давай здесь посадим еще ежевичку. Угу. Вот у нас есть ежевика. Сейчас посадим. А чё, чем тебе покормить? Я сейчас посмотрю, что у меня есть из еды. Ага. Как у нас открывается инвентарь? Кто помнит? Я не помню. А, на букву Е. Вот морковка. А как же тебе, как же тебя покормить? Слушай, ладно, погуляем сейчас немножечко. О, потрясти. Есть одна семечка. Ну, мы тебя сейчас посадим быстренько. Подожди. Угу. Сейчас мы себе тебя сюда сейчас посадим. Вот, отлично. Вот еще, смотри, ежевика есть. Сейчас мы тебя покормим, только не знаю как. Вот грибы собери. А, что это за вот это вот растение? Непонятно, что-то растет. А ну-ка, как нам покушать? Ага, так, изменить на планету, отмена, рюкзак. А, рюкзак. Все понятно. Рюкзак, буква R. О, господи, И буква английская. Вот есть морковка. Съесть.
Это последняя морковка, не стоит ее есть. Лучше посадить ее и вырастить еще. Хорошо. Не будем тогда есть эту морковку. Ну давай. Скушаем тогда, слушай, знаешь что? Ну давай хлеб поедим. Почему бы и нет? Подожди, а ты съел хлеб или что? Что ты съел? Вот ежевика, мы хлеб едим, да? Хлеб съесть. Вот, хорошо, хлеб съел. Молодец. У нас там есть ежевика еще, да? Давай мы ее посадим. Куда? Вот куда-нибудь сюда, нормально. Вот сюда сади ежевику. Опачки. Что у нас тут такое? Трясти. Нет, ничего не можем пока. Тут тоже пока не можем ничего трясти. И здесь. Аж 3 минуты ждать. И вот, а у этого дерева что у нас тут? 3 минуты ждать, ладно. Пока порубим. Соберем немножко камня. 26 камней у нас. Ну, нормально. Ура, в камне нашлась руда. Хорошо, что за руда? Надо будет посмотреть. Металл нашел. Неподалеку противник. Ему не поздоровится. Противник. На тебе. Получай. Есть. Еще противник где-то. Да, еще где-то противник. Какой-то нехороший. О, грибок. А, вот, смотри, сидит. Мы сейчас его... Опа, есть. Раз, два, три. Есть, готов. Все. Вы накопили достаточно опыта, чтобы поднять уровень. Идите домой и поспите. А если я не хочу спать? Сейчас поспим. А может быть, там мне дадут опыт? А, следующий уровень. Если нужно поспать, короче, будет следующий уровень. Хорошо, без проблем. Спать. Угу. И, а уровень как сам? Сам уровень будет. А, двое добавят уровень. Мы выбираем либо силу, либо выносливость. Сила увеличивает мощь физических атак. А выносливость увеличивает здоровье и соответствующие параметры. Давайте сделаем выносливость. Да, выносливость пока. Так, выносливость у нас на троечке, да? Я так понял. Хорошо. Так, эта канитель еще пока не выросла. Ладно, ждем. Дерево. О, дерево можем потрясти. Собрать семечко. Ага. А здесь тоже можем потрясти. Отлично. О, целых 2 семечка. Хорошо. Сейчас мы посадим еще. О, грибочек. Грибочек собираем. И мы посадим дерево где-нибудь здесь. А, мне подожди, знаешь где? Наверное, с этой стороны. Вот, вот у нас здесь есть дерево уже. И мы еще одно дерево посадим. А хотя у нас целых 3 дерева, поэтому мы побольше посадим. Вот одно сюда. Побольше деревьев посадим. А скорее, поверните планету, чтобы метеориты не устроили катастрофу. Чего сделать? Повернуть планету? Нифига себе. Что там было? Чего там вертеть надо было, не понял. Поверните планету. Это ж как так? Потрясти, соберем. Так, одного дерева нету. Угу. Значит, метеорит упал. Ничего страшного. Посадим еще. И еще одно посадим дерево куда-нибудь. Вот сюда. Блин, нифига себе. Метеорит был, а? Вот зараза такая. Это метеорит. О, нормально. Сейчас потрясем, соберем. Вот еще, смотри, выросло. Давай, собираем. О, грибочек. Грибочек тоже соберем на всякий случай. И посадим сюда еще полянку. Я здесь целый сад сейчас посажу. Целый сад. Это дерево мы садим. Куда-нибудь. Куда-нибудь вот здесь. Подальше немножко. Вот здесь посадим. Все хорошо. А здесь мы ежевичку посадим. Посадим еще ежевичку. Угу. Вот сюда посадим ежевичку. Побольше надо насадить будет. Хорошо.
И еще вот у нас много их, в принципе. И живики. Все, и последнюю сюда еще посадим. Все хорошо. Потом я буду это все кушать. О, что такое за инопланетянин? Как мне тебе? Что мне с тобой сделать, а? Подожди. Ладно, летаешь-то, летай. Вот, собрать есть, хорошо. Собираем. Отлично. Хлопок. И, естественно, мы должны его посадить. Такие семена можно посеять только на поле с плодородной почвой. Хорошо. А у меня что, плохая почва, что? Подожди. Нет, смотри, садит. Все, посадили. Так, а у нас... О, у нас еще и морковка. Как хорошо. Морковка готова. Ну и также морковку сюда посадим. Угу. Все. А здесь, я не понял. Тоже ж можно посадить? Хлопок, например. Вот, отлично. Подожди, я выбрал же хлопок. Угу. Почему пшеница посадилась? Ладно. Ничего страшного. С водичкой у нас все нормально. Ага, наполнить. Ой, нужно сделать ведро, иначе я не смогу достать воду из колодца. Угу. Понял. Ведро сделать. А как сделать ведро? Заходим в кузницу. Вот ведро. 4. Ну, получится создать. Да, получается создать. Хорошо, мы сделали ведро. И сейчас попробуем наполнить ведро. Мы наполнили ведерко. И мы сейчас, наверное, что-нибудь польем. А ну-ка. Отлично, смотри. Полили. Мы еще сейчас наберем. Ага. И сейчас польем морковку. Смотрим, как. Вот, отлично. Морковку набрали. И еще наполним. И мы сейчас польем наш хлопок. Хлопок, да-да-да. Полить. Смотри, было 6 минут 20 секунд и станет. Оп-оп-оп, уменьшается. 5 минут уже. И сколько там еще сейчас будет? Посмотрим. 4 минут. Меньше даже 4 минут. Хорошо. Так, тут мы это все это дело разобьем. Это не нужно нам здесь. Ура, в камне нашлась руда. Спасибо. Тоже сейчас разобьем. А, морковка 4 минутки. И это тоже 4 минутки. Инопланетянин какой-то летает. Не знаю, что с ним делать. Так, тут сейчас разобьем. Это всю канитель. Камни вот эти все. Ага. Они ничего не уменьшаются. А вот эти маленькие, они, да. Они исчезают. Грибок соберем. Тоже кушать хочешь. Надо его кормить. Пошли кормить. Кормиться. Сейчас мы что-нибудь съедим. Вот у нас здесь деревья. О, можно собрать, смотри. Потрясти и собрать. А где там, подожди. Вот, поднимай, молодец. О, что за свет такой яркий, а? И сейчас ягодку соберем и съедим ягодку. Вот. А давай хлеб съедим. А ягодку посадим. Посадить. Вот она, ягодка. Куда-нибудь. Вот сюда. Вот сюда. Нормально. Вот в этом месте. Все отлично. Отлично. Этот камень попробуем разбить. Не знаю. Разобьем, не разобьем. Ага. О, смотри, дождь пошел. Ура, в камне нашел. Мне это вообще надо. Спасибо. Дождь это очень хорошо. У нас лучше... А, деревья, смотри. О! Так, берем. Тут... О, потрясти тоже можно, смотри.
А, нет, смотри, они сами, короче, отпадывают. Семечки эти. Походу, да. И, наверное, мы еще сюда что-нибудь посадим. Ну, давай вот эти семена тоже будем садить. Вот сюда. Нет, знаешь куда? Вот сюда, в этом месте. Побольше деревьев посадим. Да все семена сейчас высадим, да и все. Че смеяться-то? Чем больше, тем лучше. Вот в этом месте. Вот сколько у нас дерева будет, а? Вот, хорошо. Вот ягодки, смотри, они сами выпадают. Мне кажется, они потом со временем будут пропадать. Да, если мы их не будем собирать, они будут пропадать. Я так считаю. И здесь, смотри. Вот здесь целых две. Два семена. Мы их тоже сейчас посадим в этом месте. Отлично. Чем больше деревьев, тем лучше. О, кто-то прилетел, подожди. Гость, вот он гость. А, надо нажать на R и выбрать место посадки гостя. Ну все, садись. Все, сел, да? Вот, отлично, я тебе грибы продам. Торговать. А, говорить, господи. Продать. Чтоб тебе продать? Я тебе, знаешь, продам грибов. Мухомор. Поганку. Давай еще поганок продадим. Е продать. Все продали. Угу. Еще поговорим. Давай, чувак. У меня есть еще сыроежка. Не знаю, зачем она мне нужна. Тоже продать. Еще продать. Вот этот грибочек продадим. Весь, все продадим. Вот эти тоже все продадим. Это что такое? Золотая руда. Самая ценная руда добывается из камней. Ее можно продать так, а можно переплавить в золотой слиток. Пока не будем. Пригодится, может, не знаю. Вот, вот этот лаймовый слизь тоже продадим. Все, отлично. И что еще такое? Ну все, в принципе, продаем. А здесь можно у него еще купить. Так, посмотрим, что у него есть. А есть у него бутылка из фрагментов кристалла, позволяет хранить всевозможные жидкости. Это пока мне не надо. Семена елки тоже пока не надо. Хлопка тоже не надо. Масло. Масло семечек подсолнуха используется в приготовке некоторых блюд. И лечебное зелье. Лечебное зелье, дающее здоровье. Пока ничего не надо, мне ничего интересного. Все, ладно, гуляй. Я пойду спать. И на сегодня мы, наверное, заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Добавляйтесь, друзья. И скоро ждите вывод новой серии. Всем пока-пока.